Вы свое сделали дело, вы изобразили. Это наша позиция по выбору. Наша позиция. Оставьте ее право нам высказать. Я понимаю. Пусть мандатная комиссия разбирает наше поведение, если вы считаете, мы что-то нарушаем. Пусть они разбирают. Это не ваше полномочие. Есть решение мандатной комиссии? При чем тут решение мандатной комиссии? Потому что, а кто сказал, что нарушил? Вы приняли решение? Стоп, вы приняли решение, что мы нарушили регламент? Вы на основании чего приняли решение? Есть мое решение мандатной комиссии, идите узнайте его. Пусть принесут, пусть проведут заседание, примут решение. Это нарушение. Сейчас вы приняли решение и пытаетесь депутатам решения. А кто принял решение? Подождите, Александр Юрьевич. Кто принял решение? Вы слышали председателя? Председатель не мандатная комиссия. У него он что? Обратился. Нет, он обратился в мандатную комиссию. У него есть право соответствовать. И 49-я статья порядок обеспечения. Он ошибается. Он Виктория Михайловна, это наша позиция по выборам. Она вам может не нравиться, председателю может не нравиться, но она законна, и мы будем ее выражать. Как бы вам этого не было неприятно. Председатель мандатной комиссии собирает. Нет, это наша позиция. Это решение. Я никому не мешаю. Это мое депутатское место. Это мое депутатское место рабочее. Все. Оставьте. Оставьте. Должностная обязанность. Да, мы понимаем, но мы против. Мы считаем, что надо закон выполнять, а не по распоряжению. Его распоряжение незаконно. 36-я статья. Оно незаконно, это распоряжение. Регламент Государственной Думы. Мы ничего не нарушаем. Я понимаю.